Новый учебный год. Во Дворце детского творчества новый педагог. И, как следствие, новое объединение художественной направленности «Скетч Плюс». Елена Лемясева приглашает детей освоить технику быстрых зарисовок. И это идеальный жанр для начинающего художника. Такие рисунки довольно простые, они позволяют почувствовать уверенность в своих силах. Он очень хорош как раз для начинающих художников. Для того, чтобы освоить материал и быстро набить руку, для того, чтобы перейти уже к более серьезным работам. Особенность скетча в том, что рисунок выполняется достаточно быстро. Это позволяет художнику за 30-40 минут представить зрителям законченную работу. Все, что нужно, это лист бумаги и желание творить. Инструменты можно использовать самые разнообразные, от простых карандашей до профессиональных фломастеров и акварели. Скетчи подразумевают разнообразие материалов. Собственно, поэтому у нас и плюс, потому что мы не будем с детьми работать одним материалом, мы будем пробовать все. Эта техника настолько проста, что не требует навыков профессионального художника. Скетч развивает творческие качества, внимательность, умение поймать момент и видеть хорошую композицию. За год ребята научатся рисовать скетчи гелевыми ручками, маркерами и красками, чтобы каждый смог определиться, что ему ближе, с чем интереснее работать и найти свой стиль. Начинать будем с простого, с упражнений, всяких заливок, как пробовать, как этот материал работает. И дальше скетчи у них будут каждую неделю. Уроки будут включать в себя и академические нотки. Елена познакомит ребят с законами композиции, перспективы, света, тени, а также научит не бояться испортить скетч и начать все сначала. Ластик на занятиях не понадобится. Дети научатся спокойно относиться к своим ошибкам и превращать их в достоинство своей иллюстрации. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.